У меня такое ощущение, что у меня это место пытается отсюда выдавить. Вот сколько я здесь нахожусь? Последний пост я сделал, ну, больше, наверное, недели назад. Сейчас я гляну. Я уверен, что я больше недели здесь нахожусь. Так, вот это вот, когда я делал 5 дней назад, это тоже я здесь делал 6 дней назад. Да, я уже... А, нужно посмотреть по публикации видосов. Ну, достаточное количество времени я здесь уже нахожусь. Так, про Саларку. Назаре Порту, вот он, Назаре Порту. Назаре Порту, когда я опубликовал. Я уверен, что... Так, 7 декабря. Сейчас у нас 14 декабря. То есть дней 10 я нахожусь здесь. И за 10 дней суммарно солнечных периодов можно, наверное, собрать, может быть, день. Какой 10 больше? Недели 2 я здесь уже. Понимаем, да? То есть, если кусочки, когда выходило солнце днем, за этих почти 2 недели выбрать, то получится, наверное, день целый. И прямо вот, вот прямо вот везде, везде прям такое ощущение, как будто тебе вот все говорит, ну, как бы, пока еще ничего не ломается, но дожди льют, электроэнергии практически нет. У меня там сейчас 660-ваттная система дает пол ампера, даже меньше, 0,4. Представляете, да? Холодно, везде конденсат, я уже там где-то удалял плесень, в кабине вообще просто мне страшно смотреть, я в кабину постоянно каждый день засовываюсь, вытираю со стекол конденсат. Есть места, где я уже не понимаю, это конденсат под обшивкой сформировался и вытекает наружу, или это уже где-то соединение как бы вот этого стеклопластикового спойлера а-ля, ну, элемента кузова где-то там разгерметизировать. Я, короче, даже не хочу думать об этом. Вот. И не хочу думать о том, что там под обшивкой. То есть мне, похоже, придется летом ее как-то снимать, смотреть, потому что прямо жесть. Очень много мыслей происходит вот в результате такой эксплуатации. Я понимаю, что я там за именно годы вот ковыряние кемперов в разных условиях и не только жизни в кемпере, да, потому что можно просто жить и быть потребителем, не понимать, как что работает, да, а можно пытаться со всем этим разбираться, как-то решать проблемы. Вот я вторая версия. Я понимаю, что я стал охренеть каким экспертом. Надо уже делать платные консультации. Вот, подготовить материал такой, да, это самое. Но не об этом я сейчас хочу сказать. У меня тут много мыслей. Про системы отопления, да, их отказоустойчивости, да, про энергоснабжение, про вот именно тепловые системы в таком плане. То есть вот эти вот перепады, конденсаты, удержание температур, неудержание температур, да, точки росы. Вот эти вот все вопросы, там, почему вот я там сторонник интеграла, почему если бы я бы, были бы деньги, наверное, бы делал бы сам. Короче, куча всяких моментов. Единственное, к сожалению, я долбоклюй, я не записываю их, а надо бы. Потому что, ну, это все как бы могло бы быть очень хорошим материалом для... Я бы сказал бы не то, что хорошим, это было бы очень полезным материалом для видосов. Вот, это, ну, то, что, наверное, я бы хотел бы знать, будучи, допустим, ламером, вот в этой теме, вот я бы, наверное, бы хотел бы это узнать. И вот надо, наверное, делать какие-то пометочки. Вот. И пусть даже какие-то вопросы повторяются. Вот, к примеру, про отказоустойчивость и систему отопления. Понимаю, что как бы я уже об этом делал какой-то видос, но я понимаю, что можно сделать апгрейд, то есть какие-то указать нюансы, которые я, ну, тогда там
не подготовив, допустим, текст, не указал, да, какие есть альтернативы еще, которые я не осветил тогда, ну, что-то я там про них забыл. Ну, вот, там, ну, то есть, такие вот моменты. Вот. Вчера пытался, короче, я пытаюсь, делаю какие-то дохлые попытки что-то снимать. Вчера начала приходить волна, и сегодня должен быть пик. Сегодня должен быть 7 метров. Сейчас открою прогноз. Сегодня должно быть 7 метров. Forecast. Вот. Ну, чуть-чуть снизился. Вчера он показывал больше. Сегодня у нас... Да. А нет, типа к вечеру 7 метров будет, да? Вот с полдня. Сейчас, типа, должно быть там 5 метров. Вам видно? Наверное, ни хрена не видно, да? Вот сейчас должно быть... Давай мне вот здесь вот фокус. Сейчас, где вот он внизу, вот это нижняя часть. Да? Сейчас середина дня, ну какая середина, 10, 10, пол-11. Сейчас в районе 5 метров, да. А должно, должно дойти до 7 метров. Вот я ждал сегодняшний день. Смотрел прогноз про дождь и очень сильно надеялся, что типа, ну, будет какой-то период. Потому что я пытался снимать, на самом деле, вот каждый день льет дождь, но я смог 2-3 дня выбрать какой-то период, когда вот типа вроде затихло, вроде посветлело чуть-чуть. Я взял камеру, там взял какие-то вещи, пошел снимать. Вот, и... Самый неудачный был вчера. Я подумал, что я не знаю, что будет там, типа, завтра, типа, сегодня, завтра-сегодня. И я взял только камеру, только штатив. Решил поснимать. Там, типа, приходили до 5 метров вчера. Это пиздец был, короче. Я одел, у меня такая есть куртка, я ее купил в Декатлоне, очень не пожалел. И штаны. Но вчера я пожалел, что я не взял штаны. Я там купил, а-ля там, знаете, там что-то когда-то, несколько лет назад, там евро, не помню. Может, 10 она там стоит, ну дешево прямо. У нас с обратной стороны прям как такая, как прорезиненная. И классная куртка, она как балахон одевается, ну, через голову. Фича ее в том, что она... Вот здесь вот карман один единственный, она складывается в карман, выворачивается и все. И она внутри кармана лежит. Кстати, почему-то он мокрый здесь. Вот. И вот когда ливень, ну вообще крутая тема, она реально... О, в карман попала вода, даже не вытекла. Она реально не промокает. Я штаны такие тоже купил. Такое редко мне надо. Я обычно в таких местах, где такие ливни бывают, ну, стараюсь не находиться. Вчера одел эту куртку, одел штаны. Ой, не одел штаны, пожалел о чем. В смысле? Ну, в смысле, я не без штанов пошел. Я пошел в штанах, в обычных, да? Вот только что под курткой было, не промокло. Камеру мне пришлось засунуть в пакет. И то непонятно, короче, там, как там будет картинка, как там будет звук, потому что дождь шел большую часть времени, пока я гулял. Меня там замочило микрофон. У меня со вчерашнего дня сохнет все, но ничего не помогает. По понятной причине, да? У меня тут все, кроссовки разложены, штаны, там, труселя с носками. Ну, понятно, что в таких погодных условиях ни хрена не высохнет. О, оно мокрое с вчерашнего дня. Я вот жду... Завтра начнет снижаться прогноз, и завтра еще не говорит прогноз, что не будет дождя. Не будет дождя в субботу, кажется. Уже типа все без дождя, солнечно. Но в субботу флэт,
то есть там не будет волн. Сегодня самый пик, вот я сегодняшнего дня ждал. Завтра еще будет до 5,5 метров. И потом будет снижаться. Вот, и, короче, хотелось бы немного съемки с воздуха. Почему? Потому что, знаете, я вот обращал давно на это внимание. Сейчас такое сфокусировался, понимаю, что надо как-то подумать, как вам более достоверно картинку передавать. То есть есть вроде бы как бы с одной стороны хорошая недостоверность, да? Вот мой кемпер, кажется, через, когда я снимаю с экшн-камеры, с самого широкого угла, мой кемпер кажется типа большим, широким, да? И ну, у вас типа какого-то много какого-то пространства там поразглядывать. Ну вот, а в реальности, когда подписчики приезжают в гости, они такие, ой, а он у тебя меньше? Вот. Но есть и негативная сторона в этом вопросе. Такие эпичные масштабные объекты, которые реально мощные, реально большие, вот через такое фокусное расстояние такие, они не очень хорошо выглядят. Вот. Ну и с волнами то же самое. Да? Вот если даже как не через камеру, даже когда ты стоишь где-то на берегу, но на возвышении и на удалении, и смотришь и видишь 5-метровую волну сдалека на возвышении, она кажется, ну, волна, типа обычная, да? Вот. Но когда ты видишь ее снятую фотографом, который в воде находился, снимал эту волну, либо снятую рядом прямо с дрона, то это совсем другое ощущение, вот как оно выглядит. Вот, и, блин, и для меня, что важно, отсутствие дождя, конечно, я мог бы там по вчерашней схеме сейчас там одеть эту куртку, одеть только штаны, чтобы меня все там не попромокало, взять какие-нибудь ненужные рваные кеды, засунуть камеру в пакет, и, ну, пойти снимать, вот, там, на маяке стать и поснимать. Но вот, как бы, у меня объектоса нету, который может далеко стрелять. Вот, а дрон я, ну, вы слышите, да? Вот по этой причине дрон я не могу поднять в воздух и, ну, полетать рядом, именно с поверхностью воды. Ну, насколько это возможно, насколько это безопасно. Вот, и, короче, блин, такие достаточно интересные ощущения от Назари. Оно похоже на разные такие какие-то, ну не знаю, что ли, ключевые точки. Ну, то есть не то, что на планете, я не такой суперпутешественник, у меня там, ну, есть ряд ограничений, по которым я там, ну, не имею возможности там путешествовать столько, сколько там кто-то смог, да, там это там не тот паспорт, это там, ну, не знаю, не то начало путешествия, не то время, да, то есть, если бы я там начал бы, там, не знаю, стопом путешествовать в 18, я бы, наверное, сейчас больше бы узнал бы, увидел, если бы у меня там паспорт был бы там какой-нибудь там испанский, американский, да, там израильский, да, то у меня бы больше бы границ было открыто, поэтому я такой путешествую медленнее, но... Из того, что я встречал, такие эпичные и значимые на планете места, ну, наверное, это... Что это? Наверное, это Тарифа. Наверное, это Лагуш. Ой, Лагуш, что я пизжу? Сагрыш. И вот Назаре. Ну, и как бы были еще другие места. Но вот то, что я здесь вот вспоминаю, оно вызывает такие двоякие чувства, на самом деле. Здесь очень много мест такие, которые хочется поисследовать. Но такое ощущение происходит, да, как будто бы, знаешь, как будто бы я, типа, ну, типа молодой человек, вы пришли не вовремя. Знаешь, типа такая тема, когда, ну, как будто меня здесь не принимают сейчас. Хотя там я гулял ночью, я там, блин, на пляже, я такое увидел, я с высоты здесь, там у меня парковка на возвышении. Я смотрел там на океан внизу и как бы там не понял, что это там внизу, а там возле пляжа такой как каньон, заглубление огромное просто, потом еще огромный участок пляжа. Я такой вообще не понял, откуда этот каньон взялся, это что это вымыто водой или это волны такие большие приходили и там как-то повыбивало, ну короче непонятно. И такие двоякие чувства. С одной стороны, вот прямо сегодня, ну и все это время, пока я нахожусь, мне постоянно хочется уехать отсюда. Здесь постоянно дождь, здесь постоянно холодно. Началось это с проблемы вообще маневров. Здесь
узенькие улочки, вот такие вот спуски, подъемы, везде знаки вообще проезд, остановка, парковка кемперам запрещена. То есть, ну, типа, вообще, не знаете, не в каком-то месте, а вообще вот в этой вообще зоне, да. Ну, вот. И как-то меня, ну, так, короче, не очень комфортно, но с другой стороны, это место, которое вот завораживает. Знаете, как, не знаю, как в детстве кладбище, наверное, да? Типа, вроде бы, как бы, как-то странно. Не то, чтобы страх какой-то, ну, есть какая-то доля дискомфорта, но это, ну, все равно интересно, да? Вот с Назари такая же история. Ну вот. Я, наверное, повторюсь позже, там, когда, если я буду какой-то потом какой-то пост, какой-то итоговый видос писать, я, наверное, в нем повторюсь, наверное, скажу сейчас, и, наверное, в нем скажу, наверное, ну, ладно, скажу сейчас, что есть такое ощущение, что что уехав, у меня не будет такого внутреннего состояния законченности истории, вот, и будет какая-то потребность, наверное, сюда вернуться. Но сейчас мне тут что-то очень как-то, очень не очень. Я силой удерживаю себя здесь. Мне нужно попытаться сегодня, край завтра, доснять хоть что-то, потому что оно, ну, это будет нечестно по отношению к вам. Я могу в некоторых ситуациях как-то, ну, быть, ну, скажем так, не очень заботливым по отношению к себе. Но когда это касается других людей, то тут уже как бы сложно, ну, принимать решение, потому что, ну, вот есть такая штука, которая, не знаю, ответственность, что ли, здравый смысл, понимание, как бы там, эгоцентричности моего решения. То есть, как бы, понимаю, что, как бы, да, я могу уехать, но есть кто-то, кто ждут, как бы, да, видос, который будет об этом месте. Поэтому мне нужно, ну, хоть как-то сделать максимальное какое-то усилие. Сделать все, что я могу сделать по максималке. Ну, скажем так. Потому что если я просто возьму, сейчас заведусь и уеду, то это будет... я буду четко понимать, что я не сделал все максимально, что мог сделать. Вот. Короче, если ты досмотрел до вот этого места... Короче... Как бы это, с одной стороны, спасибо, с другой стороны, это самое, сочувствую. С третьей стороны, вообще, ну, если у кого-то возник вопрос, это было о чем? Это было просто 10 утра, это просто мой влог, и это просто, ну, размышление про вот происходящие события, и это просто ответ тем, кто, ну, иногда пишет: «Привет, Макс, а ты как дела, там, ты где находишься?» Вот, это вот просто вот ответ на эти вот вопросы. Вот. Пойду. Повернусь туда. Доготовлю свои макароны. Буду завтракать. Ну и если прекратится дождь, возьму камеру, попытаюсь что-то поснимать.